Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на Учительской 66, здесь светофор. Сейчас зайду, сниму обзор, что будет, и что-нибудь куплю домой. Многоразовые разделочные доски, 327 рублей. Это набор досок, 171 рубль. По-моему, три, что ли, штуки. Это набор силиконовых крышек для посуды. Написано. А, это вот. Формы для запекания стеклянные. 334 рубля. Большие вот такие. Круглые для запекания 283. Кружки 61 рубль. Набор стаканов 6 штук 167 рублей. С ягодами разными. Смородина, малина, черника, ежевика. Скатерть прозрачная написана. 284 рубля. Определенный размер. А это какой-то стеллаж, 8 секций, 1500. Кружки эмалированные, литр 180, почти литр 200, 161 рубль. 600 рублей вот такие кастрюли. Лана антистатик 55 рублей. А это средство для орошения полости рта 84. Набор мисок 3 штуки 5 литров 2,7 2 штуки. Это друшлаг силиконовый 139. Миска с подносом большая, 6 литров 190 рублей. Рядом вот набор контейнеров 249, 3 штуки. Здесь орехи грецкие 267 рублей, полкило фасовка. 266 рублей курага, килограмм. Компотная смесь 115 рублей килограмм. А это арахис 101 рубль полкило. Фундук 391 рубль полкило. Миндаль 379 рублей полкило. Изюм 101 рубль сухой, без косточки, афганский. Вот конфеты 181 рубль. Сладкое созвучие. Килограмм. Вот такие пирамидки. Дрожжи с арахисом. Полкило 138 рублей. Суп вот такой с вермишелью. Быстро можно сварить. 8 рублей всего стоит. Мясной суп с вермишелью. Кавказская смесь. Приправа для шашлыка 22 рубля 200 грамм. Это для плова 18 рублей. Они все по 50 грамм, по-моему. А, нет, 120 грамм. Хмели сунели 23 рубля. Вот такие наборы 229 рублей. Ну-ка, какая тут французские травы. Лимонный какой-то перец. Чили, букет перцев и соль со всякими приправами. Лапша фунчоза 112 рублей. Вот лапша 43 рубля, твердые сорта. Это спагетти. Вот спагетти по 20. Чай каркаде листовой 200 грамм. 79 рублей.
чай черный байховый 200 грамм с мятой, с чабрецом 65 рублей. Вот каша ассорти Быстров. Вот она, как две вместе, одна плюс один подарок, 151 рубль. Вот по 27 рублей каша быстрая со сливками, клубникой. Крупа булгур 750 грамм, 89 рублей. Зеленый чай классический, без добавок, 84 рубля, 100 штук. Ну, я поняла, без веревочек. Принцесса черный, пакетированный, 81 рубль. Конфеты глазированные, большие, 84 рубля. Здесь полкило. Печенье овсяное с изюмом и рисом, 108 рублей, килограмм целая упаковка. Вафли, 71 рубль, полкило. Арахисовая паста 161 рубль, натуральный продукт. Молоко сгущенное с сахаром, ГОСТ 51 рубль, цельное. Постельное белье полтораспальное, полуторка, 519 рублей. Вот разное, полисатин, двухспальное 969. Просто простыня на резинке, 368 рублей. Пряжа разная для вязания, 189 рублей. Пихорка гребенная 50%, шерсть 50%, 200 грамм. Разный цвет. Кукла поющая девочка, 479 рублей. Машина 267. Покрывало стеганое 413 рублей, 2 метра на 2,10. Горошек 64 рубля, стеклянные банки, ГОСТ 450 грамм. Шампиньоны 96 рублей, резанные. Мидии варено-мороженые, 186 рублей, 400 грамм. И крабовые палочки полкило 69 рублей. Манты по-узбекски 95 рублей килограмм. Вот в холодильнике. Сырники 131 рубль замороженные. Наггетсы куриные 95 рублей килограмм. А это у нас пельмени 64 рубля 0,9. Закусочные. Шея свиная 350 рублей замороженная без кости. Кита замороженная 299 рублей, камбала 100 рублей килограмм в холодильнике. Мексиканская смесь 83 рубля килограмм, компотная смесь 116 замороженная, голубцы фаршированные 124 рубля, кукуруза сладкая, початками 167. Кстати, перец вот фаршированный. Свинина полутушками 214 рублей килограмм. Вот надо брать сразу вот так вот большим куском. Лопатка томский бекон 314 рублей. Колбаса альтаирская полукопченая 107 рублей. Ребра свиные 153 рубля. Рагу свиное 59 рублей вот в упаковках. А это корейка свиная на кости 289 рублей. Сосиски баварские с сыром 175,90. А просто другой производитель тоже 175,90. Сосиски. 331 рубль вот такое мясо копченое.
129 рублей. Колбаса вареная с чесноком. Категория Б. Ох, и палки здоровые. Майонез 752 грамма. 83 рубля. Провансаль. Сыр монастырский 370 рублей. 50% жирности. 320 рублей вот сыр Тильзитер. И гауда 324 рубля. Селедка спецпосола 204 рубля. Здесь вот ведерко килограмм. Салат из морской капусты полкило 53 рубля. Имбирь маринованный 108 рублей килограмм. Морковь острая в маринаде 66 рублей. 650 грамм здесь. Свинина классическая 268 рублей. Копченая сельдь 147 рублей. Краковская колбаса 207 рублей, 750 грамм. Сало соленое 252 рубля. Ребрышки к пиву 187 рублей. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.